На сегодняшний день уже компания является владельцем видео записываю онлайн, поэтому за всякие кавырки прошу прощения сразу. Друзья, всем привет! Рабочая неделя заканчивается, сегодня пятница. Ну и я, соответственно, по своему одному из направлений работы, это торговля на бирже, тоже уже подвел итог. Биржа закрыта, поэтому, в принципе, неделя была отличная, но я бы хотел сегодня поговорить о другом. Именно я хотел поговорить о компании Айкопарк, потому что уже большое количество вопросов задается на эту тему. И я бы хотел, наверное, рассказать более подробно, что это такое. И, возможно, каждую неделю тогда буду записывать такие видео, рассказывать, делиться новостями, что в компании происходит, чем мы занимаемся и так далее. Я сейчас уже дома, потому что, ну, в принципе, для работы, которая связана с биржей, мне офис не нужен. Поэтому в такой домашней обстановке давайте пообщаемся, именно расскажу детально, что такое компания Айкопарк. Во-первых, компанию Айкопарк мы открыли в октябре этого года. Нас 4 человека на сегодняшний день, это владельцы компании, те, кто придумал эту компанию и создал ее. Каждый из нас имеет большой опыт работы, построения бизнеса, работы в крупных компаниях в России. А также уже, так как мы живем здесь уже в Штатах, кто-то не так давно, кто-то давно уже, мы имеем уже опыт работы и здесь, в Соединенных Штатах, построения бизнеса. И мы решили объединить свои усилия, и у каждого есть опыт в разных направлениях. У кого-то есть опыт в сфере продаж, у кого-то в сфере производства, в разных абсолютно сферах. Это и фитнес-индустрия, это и недвижимость, это и автомобили, ну и так далее. Финансовые рынки. Очень много у нас сейчас получилось так, что мы имеем опыт в разных сферах. И мы решили это объединить, и Айкопарк является тем местом, где фактически все идеи наши, и в том числе мы хотим, чтобы и ваши идеи могли воплощаться в жизнь. Поэтому давайте подробно по пунктам я, наверное, сейчас скажу, чтобы было удобно и чтобы не было там мешанины. Первое. Мы сейчас определили основные направления деятельности, исходя из того, что мы знаем, то, что мы умеем. Опять-таки на сайте Айкопарк вы можете посмотреть, уже есть наши направления, то есть в ближайшее время они будут открыты, то есть это что у нас будет самым первым основными вещами, да, то есть это производство добавок пищевых для здорового образа жизни, то есть supplements. Это, соответственно, спортивный инвентарь. У нас есть опыт в производстве уже товаров для мувинга, для здорового питания. Есть фактически готовый продукт, это онлайн-тренировки. Есть готовый продукт, это спортивная одежда. Также у нас будет направление – это иммиграция и помощь, соответственно, в открытии бизнеса здесь, в Соединенных Штатах. Отдельное направление – это будет валютный рынок, ну и так далее. То есть недвижимость тоже будет отдельным направлением. Фактически мы хотим объединить все усилия под крышу одной компании, то есть как управляющей компании. И на сегодняшний день мы разрабатываем систему, об этом я, наверное, запишу отдельное видео, по поводу именно правильного создания площадки, так называемый краунд-инвестинг. Если вы это знаете, что это такое, то, наверное, не буду объяснять сейчас. Если не знаете, то в другом видео полностью расскажу, что такое краунд-инвестинговая платформа и насколько она выгодна как владельцам бизнеса или тем, кто делает бизнес, так и тем, кто, соответственно, становится совладельцем этого бизнеса и просто получает доход. По новостям компании также, что бы я хотел сказать еще на этом сайте, вы можете следить, во-первых, за новостями компании. Ну, также здесь все мы как раз есть, все наши 4 учредителя. И по каждому вы можете, в принципе, смотреть информацию, в том числе и в соцсетях. То есть все наши контакты выложены, можете подписываться, следить за тем, что мы делаем. Каждый из нас в том числе будет рассказывать важную информацию о том, что происходит в компании. Именно с его точки зрения, поэтому можете следить за всеми нами и, соответственно, получать полностью, максимально полную информацию о том, что происходит в компании. Соответственно, основные новости официальные, они выходят также на нашем сайте, и вы можете с ними знакомиться, и мы будем детально уже вам рассказывать. Из того, что за последнее время нам удалось сделать, то есть это мы зарегистрировали компанию, мы открыли счет в банке Wells Fargo в Штатах, и, соответственно, сейчас мы готовим пакет документов для того, чтобы мы могли начать сотрудничать с любым человеком, кто захочет стать совладельцем компании и, соответственно, участвовать в наших бизнесах. Также
На этой неделе, я думаю, все-таки отдельная новость выйдет, я более детально расскажу. Мы уже ездили на переговоры по производству нашей продукции линейки Supplements. Я уже там записывал об этом видео, но, наверное, чуть позже, чуть более подробно об этом расскажу. На сегодняшний день уже компания является владельцем видео записываю онлайн, поэтому за всякие коверки прошу прощения сразу. Наша компания уже владеет сейчас брендом Peptz. Это уникальный, получается, бренд в сфере supplements. И мы сейчас также еще ведем уже оформление документов на передачу в собственность компании Экопарк брендов по продаже товаров для мувинга. Это Face Move Supplements. И также спортивной одежды, товар для спорта и так далее под брендом Iron Ups. То есть всю эту информацию тоже вы будете видеть у нас на сайте. Вот, следите за новостями. Если вам это интересно, то пишите свои комментарии, возможно, идеи и все остальное. Мы это только будем приветствовать. И более того, об этом отдельный будет раздел на сайте. Каждый из вас может поучаствовать в деятельности компании, в том числе и предложить какой-то новый продукт. И если мы его начинаем производить, то вы с этого тоже начнете зарабатывать отдельный доход. Об этом все будет подробнее. Но на сегодня, наверное, все. Компания Экопарк начала свою деятельность, она зарегистрирована в октябре, счет в банке мы уже открыли, сейчас готовим документы для того, чтобы мы могли уже начать сотрудничать с любым, кто заинтересовался нашей деятельностью. Помимо этого, мы уже начали процесс по производству нашей продукции, и за всеми новостями следите в наших, соответственно, соцсетях, а также на официальном сайте iCopark.ru либо iCopark.com. Всем удачи! Всего доброго, до свидания.